Запись пошла. Приходит, значит, парень домой к самой девушке просить руки его дочери. Здравствуйте, я пришел просить руки вашей дочери. Зачем? У тебя же своя есть. Ну, это как-то своя устала. Снято. Хочу, чтобы новая карета. И чтоб дворец, а не изба. И чтобы владычица морская. И чтоб не так, как в прошлый раз. Мне не читали сказки на ночь и не сажали за рояль, но требуют манер прекрасных. Схуяли. Семён успел на электричку, и там ему сломали нос. И он сидит, понять не может, так он везучий или нет. Запись пошла. А мужикам так мало нужно. Борща тарелка, душ и секс. Потом борща без душа сексом. И просто секса без борща. Запись пошла. А как начинать? А так обычно... Я пью, что-то ем шпикачки. Да. Я пиво пью. Я пиво пью и ем шпикачки. В надежде скоро похудеть. Не получается, конечно. Генетика берет свое. Мне в детстве... Мама запрещала ругаться матом и курить. Что там с минетом? Благодарю. Давайте. Мне в детстве мама запрещала ругаться матом и курить. А про минет я знаю точно. Блин. Не говорила ничего. Не говорила ничего. Круто. Полдня пытаюсь поработать, полночи не могу уснуть, полутра пытаюсь проснуться, и только вечером живу. Иван, фамилию Дурында сменил на Гауф Зильберштольц и стал вдруг какать шоколадом. Все рады, в шоке лишь отец. Вы так мне отказали в сексе, как будто он у вас один, как будто он у вас последний и просто кончится. Запись пошла. Иди отсюда, кричит Оля. Вошел к ней в спальню Николай. Сама же думает при этом. Ну, Коля, идиот, сюда! Ну, не получилось. Молодец.